Певец. Здравствуйте, мои дорогие. Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, кто в православии именуется певцом? Певец – это низший чин православного клира, низшая степень церковнослужителя. Его служение – пение во время богослужения. В певцы посвящает епископ через хиротезию. Посвященными певцами могут быть исключительно мужчины. Посвященный в певца неженатый христианин имеет право вступить в брак. Звание певца, или по уставу церковному канонарха, то есть возглашателя гласа актоиха, прокимнов и прочего, было так же, как и звание чтеца, известно еще в Ветхозаветной церкви. В Новом Завете звание певца освятил сам Господь и апостолы, которые после Тайной Вечери, воспевши, пошли на гору Елеонскую. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек — знанием. Да храни вас Бог!